как распространять его слово или его характер или его черты другим людям. Я написал короткие несколько сообщений брату Полу, пока ответа не слыхал, но зато слыхал его молитвы о каждом из нас на служении вчера в Центральной Церкви в Огайо. Пастор попросил одного брата Герри и брата Пола молиться. И там были перечислены все имена, которые только он помнил. Потому, если вы думаете, что вы забыты или он не помнит о вас, я вам дам послушать ваши имена, и вы услышите их точно. Также продолжайте молиться за Блейка и Линдзи, за дочь и будущего того, который родится, чтобы с ним было все хорошо. Просил бы вас также молиться за брата Сашу. Он также имел операцию с катарактой. Теперь уже дома. Молитесь, чтобы там все зажило и все там было хорошо. Есть в Бельцах несколько людей, которые просили молиться. Кстати, я вчера видел Мариану, она тоже шла к доктору. Просила молиться за нее. Может быть, сегодня и Вика подойдет. Потому что она говорила как раз с Викой, и я пригласил Вику на служение. Посмотрим, если она успеет с работы и как там успеет. Молитесь также за сестру Нину, за сестру Нелю, Виктора, который попал в больницу с пневмонией. Кто-то еще просил. Кто это был? Не помню. Также я попросил бы вас молиться за всех тех, которые в Слободзее. В Слободзее в воскресенье пришел один из родителей четверых детей, очень бедненьких детей, в таком небольшом домике они живут, но полной злости досюда, скажем. Я напишу на вас жалобу, я закрою эту секту, я там не знаю что, там всякие угрозы в адрес брата Кости. А потому молитесь, чтобы он нашел себе занятие. Сейчас весна, пошел там в огороде поработал или там еще чем-то занялся, чтобы эти мысли отстали от него. И чтобы дети, которые приходят и там какой-то бутерброд или какой-то хот-дог, я не знаю, чем их Костя кормит. Я вижу стол сфотографированный, а я не знаю, что там на тарелке. Не разглядывал, неинтересно мне, скажем. Если бы это был Паша, он бы разглядел точно. Но это не записывай, а то он обидится. Уже поздно. Мы должны упомянуть его как-то, а то его нет среди нас. Он говорит, что он в духе с нами, но когда мы говорим против еды, его дух не принимает. Поэтому молитесь за ситуацию в Чобручах, чтобы она там утряслась и все было хорошо. Потому что в этой коммунистической стране с вот этим по-прежнему атеистическим мышлением многие люди, они подвластны этому демону, или я не знаю, кто там их наполняет, который пытается разбить Божье дело и не дать ему ходу для того, чтобы оно развилось в большое дерево, в котором могут птицы укрываться. Брат Андрей вчера проповедовал в Бельцах про сирот и вдов. Очень и очень хорошая проповедь для тех, которые проходят мимо сирот или не обращают внимания на сирот. Послушайте, если есть у вас возможности. Также я попросил бы продолжать молиться за Алину, она была именинницей на этой неделе, чтобы Бог благословил ее дни жизни и помог ей дальше быть помощницей брата Андрея в служении, там, в воскресной школе или где она прилагает усилия. А я знаю, что много даже без воскресной школы, только рубашки погладить проповеднику, это большое дело вот до сюда. Это постирай их, это высушай их, это погладь их, это приготовь каждый раз. Когда брат Андрей выходит на служение, он всегда с иголочки весь. И туфли блестят, и рубашка чистая, никогда там нет там вопросов к Алине, скажем так. Также
Если у вас, может быть, есть какие-то просьбы или нужды, или благодарности, или что-то еще. Да. Молюсь за одного парня Красного, его зовут Стас. Угу. Он молодой парень, добрый парень. Он верно приходит на служение, он хорошо слушает, пробует, но я говорил с ним вторник, и я спросил у него, если он... Если был момент в его жизни, когда он принял Иисуса Христа, Спасителя, он сказал, я не готов, потому что, честно говоря, я не люблю Бога. Я объяснил, что надо принимать, и, нужно, чтобы он принял Иисуса. Аминь. Аминь. Вовремя. Да, таких людей много. Я сегодня поднимался наверх, и тут как раз выезжал с улицы один дядечка. Я говорю, вы наверх? Наверх. Он меня повез аж до школы. Нового Завета нет. Уверенности в будущем нет. Все, что есть, это обладание тем, что у него есть. Но я говорю, завтра не станет еды, или не станет этой машины, или не станет еще чего-то. А что тогда? Наша дорога была не очень длинная, наш разговор на этом остановился. Поэтому молитесь за него, чтобы Бог подействовал в его сердце. Я успел рассказать ему, чтобы он нашел в 1 Иоанна, а сколько раз слово знаю, чтобы он приобрел вот эту уверенность, которую Бог желает, чтобы он имел, и ею поделился с сыном, с женой, с соседом, с кем-то еще. А возможно, мы еще встретимся, как-то перекрестятся наши пути, чтобы продолжить разговор дальше и поставить точки над «и», где необходимо. Также мы в прошлый раз подвозили одну женщину с почти возле Бельцина села и приехал сюда к дочке в Кишинев. Это также была женщина, которая... Отец был верующим, мать была православной. И из-за этого они ссорились, потому что отец ходил до адвентистов, а мать ходила до православных. И все 8 детей рассыпались по миру. Вот она замужем за мужика-пьяницу, на которого обижены дети, что он все в горло и ничего для детей. Наверное, что у других детей есть мобильные телефоны в школе, или новая одежда в школе, или новая обувь, или еще что-то новое, а они не имеют ничего нового, потому что отец все это убирает под себя. И она также нуждается в спасителе, нуждается в избавителе. А муж не хочет идти ни на реабилитацию, ни на каких лечения, никаких докторов не признает. Говорит, мне и так хорошо. Хорошо, когда ты не знаешь другой жизни, но когда ты сравнишь с кем-то, скажем, или с чем-то, ты увидишь, что ты в этом нуждаешься. Поэтому молитесь за нее, чтобы Бог подействовал через нее, через дочь, через кого-то там, других в селе, да, для того, чтобы они могли также найти этот мир в сердце и быть Божьими детьми. С ней было больше времени разговора, где-то 2 часа с Бельц до Кишинева, поэтому мы много говорили про разные темы, чтобы Бог подействовал и привел ее к себе как одна из избранных и одна из тех, которая предназначена быть к спасению. Давайте мы встанем для молитвы, попросим у Господа милости на этот час. Дорогой наш Бог, мы любим Тебя и славим за возможность снова прийти к Тебе и прославить Тебя. Господь, благослови каждого пришедшего, поторопи ноги тех, которые еще придут, Господи. Даруй им желание быть здесь, Господи. Помоги также тем, которые болеют, Господи. За Сашу молюсь, Господи, помоги ему выздороветь. Также за брата Пола, внучку просим, за ту, которая должна родиться, Господи, благослови все эти роды и все эти подготовки, Господи. Я знаю, что много-много брат Пол молится об этом. И я прошу, ты пошли ему ответ и даруй ему уверенность в том, что ты
на его стороне, и он твое дитя, Господь. Молюсь тебе, благослови также всех других в Бельцах, которые больны, за брата Андрея молимся, также за Алину, Господи, благослови ее жизнь и дальше, а за брата Костю молимся, благослови Чобручи, помоги, чтобы этот мужчина поменял свои взгляды и наполнился другим духом, для того, чтобы его жизнь прославляла тебя вместе с детьми, и он был добрым примером для детей. Помоги также другим детям, которые приходят, утвердиться на этом пути, для того, чтобы не сбиваться и не оступаться, Господи, а следовать за Тобой, не оглядываясь. Молимся Тебе также, благослови и всех тех, которые, Господи, мы молимся всегда за миссионеров, Господи, за Корнела, Господи, за брата Марка в Шри-Ланке, Господи, помоги ему там в служении, в этом многобожии, чтобы они могли выбрать живого истинного Бога для своей жизни и прославлять Тебя, достойного Бога. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Пожалуйста, пение, брат Клейтон придет сюда. 125-й номер. Yeah.
найдешь отраду на земном пути. Милости Господь не славяй, считай, все всегда единой фарой повторяй. Помни, как Он щедро надоел, и любить-то будет, что Он сам решил. Пожалуйста, молдавский. Отсюда... Досуде Пашлич. Досуде Пашлич. Досуде Пашлич. Даем мы перед Домном читать о Нем.
теперь время пробыем, потому достаньте ваши Библии. И я попросил вас открыть два отрывка. Один в Исаии 53 главе и другой в Иоанна 13 главе и третий в Филиппийцам во 2 главе. Это два отрывка. Это не похожие очень отрывки. Сегодня мы поговорим с вами о... Я вообще думал, что по четвергам иметь проповедь о молитве. И у меня есть готовая проповедь о молитве, но поскольку другая тема, а более важная назрела, я хотел бы, чтобы мы поразмышляли над ней и вооружились вот этими идеями, которые доносит нам этот отрывок. Итак, Филиппийцам 2 глава, с 5 по 11 стихи. Мы прочитаем, помолимся и будем размышлять. Филиппийцам 2 глава, стихи с 5 по 11. «Пусть тот ум будет в вас, какой был во Христе Иисусе, который, будучи в образе Бога, не считал грабежом быть равным Богу, но уничижил себя и принял образ слуги, и был соделан в подобии человеков. И оказавшись видом как человек, он смирил себя и став послушным до смерти, даже смерти крестной. Посему и Бог высоко превознес его и дал ему имя, которое выше каждого имени, чтобы при имени Иисуса преклонилось каждое колено того, что на небе и на земле и под землей. И чтобы каждый язык исповедовал, что Иисус Христос есть Господь во славу Бога Отца». Склоним голову в молитве. Наш Бог, мы просим Твоего руководства и Твоих сил для того, чтобы удержать внимание на этом отрывке, для того, чтобы Ты был возвеличен и прославлен в нашей практике, чтобы изменилось наше поведение, чтобы больше было понимание и осознание того, чего лишился Ты, придя на эту землю. Благослови эту проповедь и просим Тебя за всех слушателей, Господи, помоги им быть Твоими слугами и подражать Твоему примеру, прославляя Тебя в своей жизни. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Я попросил бы вас не спать. Наша проповедь будет длинная, в 16 страниц. А потому я буду быстро читать, а вы будете быстро слушать. Хорошо? Для девчонок вы будете настоящие миссионерки сегодня. Чисто по-русски. Никаких шпаргалок по-английски. Сегодня мы будем изучать 8 стих. Давайте попросим, чтобы Бог помог нам вникнуть, потому что часто мы читаем этот отрывок и пробегаем мимо тех терминов, которые Павел, будучи умным человеком, вложил сюда для того, чтобы наше сознание было возбуждено или отрезвлено к тем предметам, которые он пишет здесь. Мы начнем погружение в этот прекрасный древний гимн. Гимн, воспевающий смирение нашего Спасителя, Господа Иисуса. И сегодня наш акцент будет на 8 стихе. Вообще мир, в котором мы живем, он увлечен богатыми, знаменитыми, влиятельными. Вряд ли вы видели такую программу на телевидении или на YouTube-канале «Встреча с заурядным обыкновенным человеком». Обычно мир составляет списки самых влиятельных, знаменитых, заметных, богатых. Например, то, что журнал Forbes или издание Forbes ежегодно публикует статистику знаменитостей или топ-10 самых богатых людей на планете. Другое издание Fortune дает 500 самых влиятельных и богатых корпораций, которые или другие новостные издания публикуют подобные списки, например, топ самых или 100 самых влиятельных людей в мире, или 50 самых успешных звезд эстрады, или самые влиятельные кишиневцы. И вот что мне захотелось узнать. А вообще, ведет ли кто-нибудь рейтинг самых невлиятельных людей в мире? И представляете, я нашел такие рейтинги. Да, они есть. Оказывается, известный такой бизнес-журнал Wall Street Journal проводит такую аналитику каждый год.
она называет 100 наименее влиятельных людей в мире. Вот в этом списке я нашел, который я нашел, а там вошел бывший генеральный директор одной нефтяной компании, которая после крупного разлива нефти в Мексиканском заливе потеряла всю свою репутацию, все рейтинги. Среди них также были руководители компаний, которые приносили баснословную прибыль, но практически в одночасье потеряли свое место на рынке по причине новых изобретений. И в качестве примера можно привести генерального директора компании Blockbuster в западном мире, хорошо известный по прокату видеофильмов на видеокассетах в компании RIM, которая чуть более нам известна по причине телефонов BlackBerry. Интересно, кто-нибудь вообще здесь в этом зале помнит прокат видеокассет? Ходили вы за прокат? Может быть, кто-то даже не знает, что такое видеокассета. Или, может быть, CD-диски или что-то такое. В список попали также два родных брата неудачных инвесторов из Индии, потерявших миллиарды долларов по причине недавнего обвала валютного рынка. Там были также стареющие голливудские звезды, чьи лица и репутация были испорчены сильно частыми походами к классическим хирургам. В него вошли также спортсмены, которые когда-то приковывали к себе внимание миллионов, но в одночасье по причине многих причин публика потеряла к ним интерес. Все эти люди из списка 100 имен сейчас считаются слабыми и невлиятельными. Либо из-за плохих бизнес-решений, либо из-за неудачных инвестиций, из-за моральных падений, либо из недостатка или потери таланта, либо из-за изменившихся обстоятельств. Но вот что я могу сказать смело. Никто из этого списка не планировал стать бессильным или беспомощным. Все карабкались, чтобы оказаться в этом списке. Никто из них не выбирал. Никто добровольно не становился безвластным или невлиятельным. Да и кто бы захотел таким стать, допустим, из вас? Кто захотел бы сверху спуститься в самый низ? Но я знаю, и вы тоже знаете, того, кто именно так и поступил. Это Иисус, Божий Сын, который пришел на землю и стал Сыном Человеческим, который даже крестился от Иоанна Крестителя, чтобы отождествить себя с родом человеческим, с нами, с тобой и со мной. Он буквально выбрал бессильную, немощную роль и образ жизни слуги. Нет никого более бесплатного во вселенной, чем раб. Иисус принял образ раба. Во второй главе послания филиппийцам, то, что мы с вами прочитали, апостол Павел представляет нам жизнь Христа как пример наивысшего смирения и призывает нас подражать Ему. Здесь он цитирует древний гимн, возможно, один из самых первых гимнов ранней церкви. И этот гимн, как любой другой хороший гимн, прямо подчеркните, хороший гимн, наполнен богословской истиной. Не только эмоциями. Этот гимн о Боговоплощении. Как Бог, Сын, принял человеческую плоть. Этот гимн о Его уничижении. Он стал рабом. Гимн о Его распятии, смерти на кресте. И в конце этого гимна поется о Его возвеличивании и всеобщем признании, когда каждый из них исповедует, что Он есть суверенный Господь. И знаете, что мы станем свидетелями, когда однажды весь мир, как говорит апостол Павел в этом гимне, всякое колено того, кто на небе и на земле и под землей, исповедует, что Иисус есть Господь. И мы с вами увидим это нашими очами. В этой наилучшей иллюстрации смирения, когда Бог, Сын, отказался от своих законных прав ради нашего с вами искупления, ради прощения наших грехов, ради нашего усыновления Богом Отцом, Павел особо отмечает 4 вида личных прав, законных прав, о которых отказался Иисус, придя на эту землю. Во-первых, Иисус отказался от права жить как Бог. Это я просто напоминаю вам. От права жить как Бог. Это 6 стих. Мы читаем о том, что Он по своей природе был Богом.
но отказался от своего законного права жить как Бог. Во-вторых, Иисус отказался от права вести себя как Бог или поступать как Бог. Стих 7 говорит нам об этом. Он уничижил себя, приняв образ раба. Суверенный владыка стал рабом своего уничижения. Он отказался проявлять свою божественную силу и божественные атрибуты ради собственного комфорта и удобства. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что Иисус отказался от права выглядеть как Бог. А мы читаем в стихе 7, что Господь сделался подобным людям и по виду стал как человек. Другими словами, Он, как Он в неописуемую, необразимую славу, великолепие, но затем с невероятным смирением, по словам пророка Исаии, Он выбирает лицо, телосложение непривлекательного, невыразительного мужчины еврейского рода. И это 53 глава, 2 стих. Ведь Он мог бы вырвать все от размера носа до роста и стать самым красивым мужчиной на планете. И все же Он выбирает иной. Он дополняет свою демонстрацию смирения тем, что Он не просто стал человеком, Он стал обычным, в буквальном смысле, самым заурядным человеком. На самом деле Он был настолько обыкновенным и невыразительным, что когда Он объявил, кто Он такой, то иудейские лидеры сказали, и мы с вами читаем здесь из 13 главы Матфея, не плотников ли Он сын, и не признали Его. Если бы мы с вами встретились с Иисусом в первом веке, то я почти уверен, что мы все бы присоединились к этому мнению толпы. Мы бы сказали, послушай, Иисус, может, ты и говоришь, что ты Сын Божий, но если бы ты был Сын Божий, то выглядел бы по-другому. Поэтому для меня ты никакой не Сын Божий. Мы не видели Сына Божия, но мы определенно знаем, что ты не похож на Него. Мы читаем об Авессаломе, который был самым красивым. Мы читаем о других, который был выше роста всех, Саул, допустим, или еще как-то. Вот потому мы можем сказать, что он не похож на Сына Божьего. В 47 году, когда принцесса Елизавета, не так давно почившая королева Великобритании, сочеталась с браком с герцогом Эдинбургским, то улицы и парки Лондона, как и на последней венценосной свадьбе, которую транслировали по всему миру, были заполнены людьми, которые толпились, чтобы мельком увидеть эту будущую королеву в ее свадебном платье. Съехалось большое количество гостей. Главы государств, королевские особы со всего мира приехали, чтобы воздать уважение этой избранной королеве и ее империи. И среди них был также 12-летний король Фейсал II из одной ближневосточной страны. Но если вы представляете себе мальчишку 12 лет, даже если он и король, то ему в принципе свадьба неинтересна. Платье там... Процедура это нисколько. Потому что он не стал одеваться в свои царственные одеяния, выглядел как обычный парнишка, будучи в окружении своей свиты, и ему тут захотелось посмотреть на лошадей этой королевской кариты. А то, что там платье невесты или вот лошади, было бы интересно. Он как-никак с Ближнего Востока, местный король. И он побежал поближе туда, к этой дороге, в процессии, чтобы посмотреть на лошадей повнимательнее. И вот, допустим, вы полицейский. Какой-то пацан пробиться поближе к королевской карете. Что вы будете делать? Его схватили, грубо с ним стали обходиться, до тех пор, пока не узнали, кто он такой. На следующее утро многие английские газеты вышли почти с одним и тем же заголовком. «Простите, король Фейсал, мы не знали, кто вы такой». Это приводит меня к четвертому, последнему праву, от которого отказался Иисус. В своем смирении, в своем воплощении Иисус отказался от права на то, чтобы с ним обращались как с Богом. Иисус отказался от права на то, чтобы с ним обращались как с Богом. Апостол Павел пишет здесь в начале 8 стиха. «Смирил себя
или буквально принизил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И это сегодняшний наш текст, который мы будем внимательно изучать. Итак, Иисус смирил себя, чтобы умереть. Это говорит нам о том, что Он был кем-то большим, а чем большим, чем кажется на первый взгляд. Вчитайтесь, пожалуйста, в этот текст. Я думаю, что когда мы читаем его по нашей уже такой религиозной привычке, мы не замечаем некоторые моменты. И сегодня мне хотелось бы их подчеркнуть. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Читали вы эти слова раньше? Давайте посмотрим на них, что в них прячется. Другими словами, смерть Иисуса потребовала с его стороны послушания. Задумайтесь. Смерть Иисуса потребовала с его стороны послушания. И надо пояснить здесь, потому что наша с вами смерть этого не требует. Наша с вами смерть не требует с нашей стороны послушания. Для нас смерть – это не вопрос послушания. Мы умираем независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Для нас смерть – это не выбор, это неизбежность нашего стареющего тела. Мы, конечно, предпочитаем не думать об этом, но делаем все возможное, чтобы ее избежать. Хотя осознаем, что в ее неотвратимости и неизбежности, что она приближается. Недавно я прочитал книгу доктора Кэтрин Меникс, называется «Как мы умираем», которая проработала более 30 лет в паллиатической помощи. Со всей ответственностью заявляет, мы неправильно относимся к смерти. Она говорит о том, что развитие современной медицины позволило сегодня людям избавиться от многих болезней и сильно продлить жизнь. Но это произвело также и сдвиг в отношении к смерти. Теперь, пишет она, современные люди даже больше боятся смерти, которая может вызывать у них еще и панику, чем их предки каких-то 100 лет назад. Теперь, вместо того, чтобы встретить смерть в окружении своих родных, мы умираем чаще всего в скорых, в отделениях неотложной помощи, разлученные с нашими близкими. Вообще, мы с вами, благодаря развитию нашей цивилизации, становимся все более и более одинокими. Дорогие мои, неотвратимость смерти должна побудить нас задуматься о нашей жизни сегодня. Чем моя жизнь сегодня наполнена? Ради чего я этот утекающий песок инвестирую? Вкладываю ли я это в вечность или просто бездарно теряю? Ведь мы знаем, смерть, она нас может настигнуть в любой момент. И она обязательно придет за каждым. Вот почему наша христианская вера дает нам основу не бояться. Но она также дает нам и смысл, как жить в эти короткие земные дни. И вот здесь находится фундаментальное отличие или различие нас и Иисуса. Нам не нужно ничего специально делать, чтобы умереть. Мы в любом случае умрем. Наша смерть неизбежна. А вот Иисусу потребовалось послушание воле Небесного Отца, чтобы умереть. Именно об этом Он говорил. Такие слова, записанные в Евангелии от Иоанна, к своим слушателям, 10 глава, стихи 17 и 18. Он пишет, Иоанн записал это, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть опять принять ее. Эту заповедь я получил от Отца моего». В сущности, апостол Павел здесь в нашем послании филиппийцам говорит, что умер в тот самый момент, когда решил умереть. Он решил умереть, и потому он умер. Причем этот факт послушания до самого момента смерти был предопределен Святой Троицей еще до основания мира. Это была не случайность. Так было задумано. Когда апостол Петр проповедовал первую христианскую проповедь в Иерусалиме 2023 года назад, на праздник Пятидесятницы, то он сказал такие слова. И я читаю из Деяний апостолов, 2 глава, 23 стих. «Сего-то, то есть Иисуса, по определенному совету и предведению Божьему, преданного, вы взяли, пригвоздив руками беззаконных, убили». То есть с позиции человеческой истории и вот всех этих событий, происшедших вокруг распятия и смерти Иисуса,
это было убийство, это была казнь. Но с позиции божественного замысла, с точки зрения Божьего плана искупления, Иисус не был убит. Он был принесен в жертву. Он стал Агнцем Божьим, который взял на себя грех мира, твой и мой грех. Последним актом послушания, его послушание, это когда он предал свой дух в руки Небесного Отца. Теперь подумайте вот о чем. Иисус был послушен воле Небесного Отца во всем до конца, даже в принятии согласия умереть. Но вы знаете, что еще было. Он согласился, что он будет страдать, что будет отвергнут и умрет. Мы обычно думаем, что когда я в чем-то послушен, то я что-то получу за это. Правда? Вот с детьми это хорошо. А папа, мама, я прибрался в комнате, можно я теперь мультик посмотрю, да? Или папа, мама, я сделал что-то, или на работе мы сделали что-то, проявили послушание, покорность, активность. Мы ждем бонус, не так ли? Иисус проявил послушание, и что он получает? Он получает Божий гнев, Божье наказание для того, чтобы нас искупить. Дорогие мои, иногда наше послушание Бога будет означать, что мы будем много страдать. Но мы здесь не можем, мы можем уподобиться Иисусу. Мы послушны, потому что Он был послушен. Мы послушны не для того, чтобы получить что-то, какой-то бонус заработать, а для того, чтобы уподобиться Ему, зная, что это правильно. Наша покорность воле Божьей без понимания искупления Христа на кресте нас приведет к отчаянию, потому что мы проявили послушание, а у нас все плохо. На самом деле не все плохо. Самое главное, что мы с Иисусом, мы покорны Богу. Но когда у нас становится все как будто бы плохо, или даже реально плохо, знайте, если вы покорны Богу, это не все плохо. Самое главное – ваше послушание. Таким был Иисус. Потому что наши боли, которые мы несем в наших страданиях по причине послушания, могут стать для кого-то исцелением, переменой. В отношениях в семье, в отношениях с кем-то. Любовь покрывает множество грехов, говорит апостол Петр. Мы принимаем боль, принимаем страдания ради подражания Иисусу, ради помощи других. Итак, Иисус проявил послушание, чтобы умереть. Но это не все, что говорит здесь апостол Павел. Он говорит, что это была не просто смерть, а 8 стих, это была смерть на кресте, смерти крестной. То есть он говорит не только о факте физической смерти, но и о способе смерти. И это должно вызвать, если бы мы с вами были бы людьми первого века, шок, удивление и изумление. Ведь здесь Дух Святой через апостола Павла показывает нам, что Сын Божий отказался от своего права на то, чтобы с Ним общались и обращались как с Богом. Смерть на кресте стала наивысшим оскорблением человеческой стороны и венцом смирения с Божественной. И это кульминация в самоуничижении Христа. Вообще, я думаю, что нам сегодня не так легко все понять и представить. Поэтому я немного добавлю некоторых элементов. Вот что нам надо понимать. Павел пишет Филиппийской церкви. Кто были филиппийцы? Это что за город был Филиппы? Это был славный город Римской империи, населенный римлянами, гордыми римлянами, для которых крестная смерть или распятие были невозможными. Римского гражданина нельзя было распять. И тут Павел им говорит, посмотрите на Иисуса, который распят, и последуйте его смирению. Но давайте начнем разбираться, потому что это точно требует немного от нас внимательности. Во-первых, смущение креста. Апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам, он говорит о том, что язычники это есть те, которые не были евреями во времена его, в этот период, когда писал Павел. Когда они слышали о смерти Сына Божьего на кресте, для них это было каким-то безумием или глупостью. Посмотрите в 1 Коринфянам, 1 глава, 16-17 стихи. «Если бы Иисус был точно Богом, то в познании такого
просто не могло быть. В конце концов, боги не умирают. Но апостол также отмечает, что и для его сродников, иудеев, распятие Христа было камнем преткновения. Ведь из Божьего закона на основании книги Второзакония, 21 глава, 23 стих, любой человек, преданный смерти через повешение на древе, а распятие совершалось на древе, оказывался под Божьим проклятием. И тут такая позорная, постыдная смерть того, кто называл себя Мессией. Если бы Иисус точно был Мессией, то Он точно не позволил бы себе оказаться под Божьим проклятием. Более того, если бы Он был истинным Мессией Израиля, то Он не умер бы. Ведь евреи ждали освобождающего, побеждающего, такого правящего над врагами своими Мессию. А Иисус был не таким. Знаете, в одном из посещений синагоги Израиля, по Петру за Днепро 2.2, кто хочет пойти в субботу туда, а может пойти, я разговаривал с одним евреем о вере. Я спросил у него, когда вы слышите, что христиане заявляют, что Иисус был Мессией, то какой находите для себя аргумент в своем сердце, чтобы не признать Иисуса за Мессию? И знаете, что он мне сказал? Потому что он умер. Он не Мессия, потому что он умер. И потом добавил, он не принес мира. И это все еще камень преткновения для еврейского народа. Спустя даже 2000 лет назад они читают пророка Исаию, 53 главу, и не видят Иисуса там. Но Павел знал, что истина о распятом Сыне Божьем за наши грехи может спасти и еврея, и нееврея, может исцелить наши сердца и наши души. Поэтому он решил проповедовать крест Христа, несмотря на то, что язычники считали умирающего Бога глупостью, а иудеи видели в этом только позор. Он, апостол Павел, пишет в послании к Галатам такие слова в 3 главе 13 стих. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, или буквально на дереве. Апостол говорит, что Христос пришел на землю и стал жертвенным агнцем на кресте за наши с вами грехи, твои и мои грехи. Он отказался от своего права, чтобы с ним обращались как с Богом, в полной мере понес на себе проклятие греха и Божий гнев, чтобы мы с вами не были навеки проклятыми Богом. Наше проклятие взял на себя Иисус. Наше проклятие, твое проклятие взял на себя Иисус. Поэтому, если кто-то вас пугает с глазом или проклятием, улыбнитесь тому человеку и скажите, Иисус уже взял мое проклятие и дал мне благословение. Я свободен и защищен. Но нам всегда лучше осознавать чуть лучше одну историческую реальность. Когда ранняя церковь воспевала этот гимн смирения Христа, то само распятие, восприятие людей того времени было больше, чем просто акт смирения. Оно вызывало у них самый жутчайший ужас и рассматривалось как самое последнее унижение, позор и стыд, какие только возможно. В действительности, именно распятие ярко выделяло христианство на фоне всех остальных религий и делало его таким отталкивающим. Да-да, дорогие мои, христианство было очень отталкивающим. Человечество хотело бы поклоняться Богу, который убивал других людей, а не тому, кого убили люди. Что это вообще за такой Бог? Он не похож на всех других богов. Были пантеон богов там. Это просто было немыслимо для того времени. Посмотрите, какое было отношение к распятию в древнем мире. Считалось, что распятие как способ казни придумали вавилоняне, не желавшие осквернять землю, посвященную своему богу Ахурамадзе, мертвыми телами этих казненных преступников. Персы и карфагяне, они усовершенствовали распятие, греки популяризировали, римляне довели эту казнь, пытку до совершенства. Но римляне считали, что казнь настолько варварская, что подвергать римских граждан нельзя.
и казнили таким образом только рабов, либо каких-то закостенелых преступников, либо каких-то жестоких государственных предателей. Распятие было для современников Павла вдвойне отвратительно, потому что оно осуществляло в себе ужасные страдания с предельным унижением. Я даже не буду вам рассказывать, какими способами унижали человека, ибо их было слишком много. Я буквально только некоторые нюансы отмечу. И Цицерон, римский философ и политик, умерший за 50 лет до рождения Христа, писал: «Связать римского гражданина преступления, высечь его злодеяние, лишить его жизни практически то же, что совершить отцеубийство. Распять его – это нет подходящего слова деяния». Он писал, что смерть на кресте – самая ужасная из всех казней, какое придумали люди, добавляя, что само слово «крест» должно быть убрано подальше не только от личности римского гражданина, но также и от его мыслей, его ушей и его глаз. Вот настолько для римлян распятие было просто противно, ужасно и позорно. Одна из причин, почему мы с вами не вполне понимаем и осознаем жестокость и ужас крестной смерти Господа, заключается в том, что церковь на протяжении веков как-то романтизировала этот процесс. И также и крест. Но у Христа была маленькая струйка крови. Помните, как было ужасно для людей смотреть на то, что сделал Мел Гибсон? Такая маленькая струйка крови, а такой высокий крест, а где-то метров 5-6 высотой, и там Иисус висит асимметрично. У нас есть все основания считать, что так не было. В реальности римский крест был высотой 2 или 3 метра. Несчастного сначала прибывали к поперечной горизонтальной балке, затем жертва вставала, поднимала эту поперечную балку с отверстием, вырезанным в центре, поднимали и клали на вертикальную балку. Эта вертикальная балка или стойка обычно была вмонтирована в склон холма или дорожного полотна. Затем эту жертву усаживали на деревянный брусок, который назывался седло, которое располагалось в середине вертикальной балки, и потом прибивали ноги. Распятый мог умирать несколько дней в таком положении. Он висел достаточно близко к земле, чтобы с ним можно было разговаривать, а чтобы плакать по нему, плевать на него, оскорблять его, издеваться и даже бить. Многие умирали в безумии, и такая смерть была самой унизительной из всех возможных. Там могла быть и блевотина, там очень много боли, там очень много крови и всего остального. Еще один аспект распятия, который делал ее самой постыдной казнью, заключается в том, что большинство жертв не хоронили. Их просто оставляли страдать и умирать. А затем их трупы съедали дикие животные или склевывали птицы. Римские поэты, а один из них известен в первом веке по имени Ювенал, он писал: «Стервятник спешит от мертвого скота, собак, крестов, чтобы принести что-нибудь своему потомству». Если римлянам нужен был крест для следующей жертвы, то у них не было времени ждать, пока он умрет, или ее съедят дикие животные, или евреи хотели снять какую-либо жертву до наступления субботы, как это произошло в случае с Иисусом, то солдаты просто ломали ноги жертвам ниже колена, сталкивали их с деревянного бруса этого седла, так что они умирали от удушья, потому что просто не могли нормально дышать. Для уверенности в смерти этого человека один из воинов обычно прокалывал копьем тело. Мы даже читаем об этом у Иоанна в его Евангелии про разбойников, которые были распяты вместе с Иисусом, что им перебили голени ради субботы, чтобы они поскорее умерли. Все это было ужасным зрелищем, полным жестоких страданий и унижения жертвы. Вот почему древний мир считал поклонение распятому Богу полным безумием. Они называли это манией, а те, кто поклонялся Христу, маньяками или безумцами. В глазах первого века мы были бы собранием безумцев. Луций Цивелий, переживающий римский банкир, оживший во времена смерти Христа, писал, что христиане выставляют на показ больные заблуждения.
Это бессмысленное и безумное суеверие, которое ведет к разрушению всей истинной религии. И не последнюю роль в этой чудовищности веры играет тот факт, что они поклоняются тому, кто был распят. Я надеюсь, что сейчас нам стало чуть-чуть больше понятно, почему древнее общество сторонилось христиан. Ведь в их глазах они верили в какого-то человека самого низкого статуса, умершего такой мерзкой смертью, как государственный преступник. Но позор распятия усиливается еще одним фактом, потому что оно было связано с рабством. Рабов так часто распинали в римском мире для устрашения или предотвращения их восстания, что распятие называли наказанием рабов. Поэтому Павел здесь не случайно пишет в 7 стихе, что Иисус принял образ раба, а в 8 стих он был распят. Ведь именно так умирали казненные рабы. И филиппийцы хорошо поняли, о чем говорит здесь Павел, потому что они увидели, что Иисус принял образ раба, и он умер крестной смертью, потому что они знали, распятие – это наказание для рабов. Вот строфы этого гимна начинаются не с того, что они возносят нас вверх, чтобы мы увидели славу небес и великолепие нашего Творца и Создателя, Триединого Бога. Но они ведут нас вниз, спускаясь все ниже и ниже, и, наконец, доходя до кульминации самого ужасного и самого мрачного момента в истории человечества, чтобы мы могли с вами вспомнить жестокие пытки, невыразимые издевательства, кровавую казнь Божьего раба на кресте. Иисус спускается в бездну самоунижения и позора, какие только в принципе возможны здесь на земле, ради тебя и меня. Вот почему в конце этого гимна превозносит смерть раба на этом кресте. Он выбрал крест, он решил умереть, потому что там в его сердце был ты, там у него в сердце было твое имя. Некоторым из нас надо учиться умирать для себя. Посмотрите, Иисус отказался от 4 видов прав ради своих ближних. Ближних ни жены, ни детей, ни братьев, ни сестер, а ради врагов. Неужели сейчас так трудно умереть ради своей жены или ради своего мужа? Ради своих братьев и сестер, ради своей гордыни, чтобы принести славу Богу, искупившему тебя. Но здесь есть еще несколько моментов, которые мне хочется отметить. Вообще, еще уникальность самой этой жертвы. Ведь Иисус в своем добровольном смирении и послушании стал тем, чем все эти жертвенные животные до него никогда не могли быть. Они были всего лишь тенью грядущей реальности, безупречного, бесконечно совершенного Агнца Божия. Помните, Бог говорил, что принесите ко мне жертву без порока. Но даже эти беспорочные жертвы не были достаточно совершенными, в отличие от совершенного, безгрешного, святого Агнца Божия, который не согрешил ни словом, ни делом, ни мыслями, ничем абсолютно. Кроме того, все эти животные, они становились невольно жертвами. Они не осознавали, что происходит. Они не подозревали своей роли. Они были невольно назначены на смерть ради грехов человека. Но Агнец Божий Иисус, он сознательно покорился воле Отца и добровольно пошел на крест. Он совершенно понимал, что происходит и что его ждет. И, наконец, он был готов умереть вместо нас за наши грехи. Пророк Исаия поэтому и говорит в 53 главе стихи 7 и 9. Он истерзуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца введен он был на заклание, и как агнец, предстригущий его безгласен, так он не отверзал уст своих, потому что не сделал греха и не было лести в устах его. Древний пророк Исаия отмечает, что его не было никакого порока личного, не было никакого основания, чтобы оправдать этот грех. Он не преступил ничего ни перед обществом, ни перед Богом. Он не погрешил ни в чем.
Он закрыл уста свои, потому что добровольно решил умереть. Он решил добровольно умереть. Это было его решение. Сын Божий решил стать бессильным, вплоть до смерти и смерти крестной. Он был топ номер один, но встал в самом низу для того, чтобы спасти тебя и меня. Итак, что мы знаем с вами о кресте? Я суммирую несколько утверждений. Во-первых, крест показал безжалостность. Иисус не получил никакой пощады, когда Он понес наш грех на своем теле на кресте. Он кричал в агонии, когда гнев Божий излился на Него, ибо в тот момент Он, не знавший греха, понес на себе наши грехи. Во-вторых, крест предполагает публичный позор. Римляне заботились о том, чтобы крест был установлен высоко на холме или вдоль оживленной дороги, и для запугивания преступников и публичного посрамления виновных. В Евреям 12 глава 2 стих говорится о позоре Христа на кресте, который Он добровольно претерпел, чтобы завоевать свою невесту, нас с вами, Его церковь. Он претерпел позор, который мы заслужили, чтобы искупить нас. В-третьих, крест использовался для тех, кто был виновен в государственной измене. Христос осмелился призвать мужчин и женщин отдать себя другому царству, Его царству, царству Христову, ожидая Его наступления. И Его верно подданные, ранние христиане, совсем скоро будут осуждаться насмерть по одной простой причине. Они откажутся признать римского императора господином. Иисус есть Господь. Иисус, только Он один есть Господь. В-четвертых, крест использовался для казни военнопленных. Я не могу не подумать сейчас о нашем Спасителе, который на какое-то время стал узником греха и был поражен смертью, чтобы мы с вами навсегда избавились от заточения в аду. Он отпустил нас на свободу. В-пятых, крест использовался в первую очередь для казни рабов и предупреждения их восстания, и ранняя церковь воспевала своего Господа, который пришел и принял образ раба, стал покорным и послушным даже до смерти, чтобы мы с вами, рабы греха, освободились и жили для праведности. Поэтому, если я говорю, что я иду за Иисусом Господом, а все еще живу в грехе, я либо не понял, либо не знаю, либо не люблю Его. Он стал рабом для того, чтобы я стал свободным, чтобы ты стал свободным, чтобы ты не был больше рабом греха и был рабом праведности, которую ты любишь. В-шестых, крест использовался для того, чтобы предать смерти негодных преступников и воров. Мы с вами преступники и грешники, мертвые в грехах наших и преступлениях, которые подтверждали, что мы мертвы духовно. Но Он, Иисус, стал за преступников ходатаем, как говорит пророк Исаия в 53 главе, потому что Иисус умер ради нас, за нас. Он стал жертвой и похитил силу могилы и жало смерти. Вот почему Он может победить всякий грех в нашей жизни. Вот почему мы отдаем Ему наши сердца и нашу лояльность, посвящение, верность. Потому что Он освобождает, потому что Он искупает, потому что Он прощает. Вот почему мы, как и ранняя церковь, а вот почему Павел, даже если это считается безумием или глупым, по сей день мы поем о кресте Христовом. А почему некоторые из нас носят крест? Почему? Ведь это символ пыток и смерти. Это все равно, что носить ожерелье, на котором висит электрический стул или гильотина. А зачем вам это? Потому что крест – это орудие пыток. Стал символом нашего вечного искупления. Вот почему. Если же оно для вас просто украшение, то, наверное, вам не стоит его носить. Римляне использовали крест для предотвращения преступления, для наказания, для внушения страха. А Иисус использовал крест, чтобы взять на себя справедливый Божий гнев за наши грехи,
понести проклятие греха, удовлетворить Божий святой закон, снять наказание за грех, доказать Божью любовь. Апостол Иоанн пишет в своем первом послании, 4 главе, 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Итак, в этой демонстрации смирения, которую когда-либо видел мир, настоящей, величайшей демонстрации, Иисус отказался от своих законных прав. Он не отстаивал то, что заслуживал. Он не требовал справедливого суда. Он отказался защищать себя. Он не требовал поклонения или даже уважения. Подумайте об этом. Мы буквально недавно праздновали Рождество. Дарим подарки разные. Представьте себе, кто-то пришел к вам на день рождения и принес подарки всем, кроме именинника. Трудно себе представить такое, да? А давайте еще усилим. Мы собрались на празднование дня рождения кого-то, принесли подарки, но виновника торжества, допустим, вот Алина была именинница, мы ее не пригласили. Мы не только не принесли подарков, но даже не позвали именинника. Если бы это случилось с кем-то сегодня, именинник скорее бы всего подал в суд на всех. Это эмоциональная травма, это оскорбление. Мои законные права не почтили, нарушили мои личные права, унизили меня. Вспомните, сколько много сейчас у нас в стране есть много даже смешных судов, когда люди требуют свое право на что-то там выдуманное. И иногда получается им выиграть суд. Забавные иски о чести, достоинстве и так далее. А когда люди не получают то, что им кажется, они вполне заслуживают, по их мнению. Теперь подумайте о Сыне Божьем, который отказался от своих прав, чтобы с Ним обошлись так, как Он не заслуживал. Он отказался от права жить как Бог. Если вы хотите, можете записать себе. Отказался от права жить как Бог. Второе. Он отказался от права вести себя как Бог. Второе, он отказался от права вести себя как Бог. Третье, он отказался от права выглядеть как Бог. Он мог выбрать себе высокий рост, красивые волосы, привлекательный вид, внешность, которая бы привлекала людей, но мы не находим этого. И четвертое, он отказался от права на то, чтобы с ним общались как с Богом. Почему? А Иоанн говорит в 1 главе 12 стих в его Евангелии. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Иисус Христос отказался от всего, что было по его праву, чтобы мы с вами могли получить право, которое не заслуживаем, быть навечно включенными в Божью семью, прощенными, очищенными, искупленными, стать сынами и дочерьми Божьими. Он отказался от всего ради того, чтобы ты обрел все. Вот она, любовь Христа, явленная в его смирении. Иисус добровольно выбрал путь послушания. Не просто до смерти, но смерти на кресте, доводя самоуничижение до невообразимой глубины. Потому что такова Божья любовь. Вот почему хорошее богословие рождает поэзию. Вот почему родился такой гимн. А был однажды один человек в древности, в середине 4 века, на свой страх и риск. Он защищал божественную природу Христа, как истинного Бога и истинного человека. Он непреклонно противостоял влиятельному арианскому духовенству. Было время, когда он был вообще как единственный на фоне просто десятков и сотен служителей, которые были против взгляда того, что Иисус есть Бог. Он противостоял даже четырем императорам Священно-Римской империи. Несколько раз его изгоняли с кафедры. И он был, как казалось бы, против всего мира. И вот что он написал на этот библейский текст, который сегодня мы с вами изучаем. Распятие было единственной смертью, в котором человек может умереть с распростертыми руками.
Иисус умер таким образом, словно приглашая всех людей из всех народов, из всех поколений прийти к Нему. Государь стал рабом, чтобы через свои страдания и свою смерть, свою жертву, мы с вами могли обрести вечное спасение. Но мы с вами не должны забывать еще одну простую вещь. Павел дает здесь филиппийцам пример для подражания. Они тоже должны вступить на путь бесчестия, страданий, жертвенной любви ради своих ближних, ради друг друга. И все это во славу их Спасителя, Господа Иисуса Христа. То, что Павел сделал, здесь описывает на языке богословия в Евангелии от Иоанна, он изображает образно в скромном омовении Иисусом ног своим ученикам. Помните, Иисус, зная, что Отец отдал все в руку Его, Он не почитал хищение быть равным Богу. Он был Богом. Он встал на вечере, сняв с себя верхнюю одежду, уничижил себя самого, взял полотенце, припоясал ученикам. Он принял образ раба, ведь рабы обычно мыли ноги. Смирил себя даже до смерти и смерти крестной. Но почему Иисус сказал такие слова на этой тайной вечере? Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Вот почему апостол Павел в начале этого гимна филиппийцам 2 глава 4 стих пишет: «Не о себе только каждый заботится, но и о других». Это будет повод для нашей молитвы, чтобы мы также лишили себя каких-то прав для того, чтобы позаботиться о других. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за пример Твоего унижения и страдания и послушания воли Отца, получив взамен Божий гнев. Благослови каждого из нас лишиться своих прав, своих привилегий, своих чести, доблести, может быть, званий каких-то или почестей, для того, чтобы приобрести кого-то, для того, чтобы стать ниже и тем самым возвысить кого-то. Молимся Тебе за Каролину, Господи. Помоги ей выздороветь. Даруй человека, который бы придумал это лекарство, если его нет. Или сделал бы что-то для нее, чтобы она могла жить для славы Твоей. Молимся Тебе, Господи. Благослови каждого из нас желанием передать эти мысли о Господе другим, о том посравнении, которое Он взял на Себя, для того, чтобы поставить нас в эту высокую честь быть Божьими детьми. Благослови нас в нашем служении. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. Аминь. Утомил я вас? Наверное. Вместе с тем мы помолимся в заключении. Подождите, я еще что-то забыл. Я заговорился уже. Понял? Фач. Да, кочинима. Ари. А если кто-то хотел бы послужить миссионерам для их распространения Евангелия, было бы здорово, потому как каждый из них сталкивается с вопросами, с которыми мы, может быть, даже не все знаем о том, что выслушал Костя, сколько матюков, или сколько там унижений, или, может быть, еще чего-то. Он нам ничего об этом не сказал. Но я так знаю, что тот, который полон злости или зависти, или чего-то полон, он не просто так говорит: так, я напишу заявление. Он там добавляет и добавляет и добавляет то, что мы не знаем даже. Поэтому молитесь за них, продолжайте, для того, чтобы служение это не угасло, а наоборот укрепилось и размножилось, чтобы те дети, которые начали приходить, они увидели в этом достойный пример в Господе Иисусе и последовали тому примеру, несмотря на гонения, несмотря на преследования или угрозы, а чтобы они остались верными Ему. Хорошо. Кого просим помолиться? Брат Акуэйтон, пожалуйста. Lord, thank you that, Lord, for the Bible. Господь, мы благодарны Тебе за Библию. Thank you for what you did for us on the cross. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал для нас на кресте. Lord, you suffered and died so that we wouldn't have to
spend eternity suffering in hell. Ты пострадал и умер, чтобы мы не страдали и не проводили вечность в аду. And Lord, you've given us an example. Ты даешь нам пример. Lord, I pray that we would live for others. И я молюсь, чтобы мы жили для других. Help us not to be self-centered. Помоги нам не быть сконцентрированным на себе. Help us not to be proud. Не быть гордыми. Help us to humble ourselves. Помоги нам смирить себя. Like you did. Как сделал это ты. Lord, bless each one that's here tonight. Благослови каждого, кто присутствует здесь. Pray you help brother Костя. Просим благослови брата Костю. И в этой ситуации в Чобруче. Give him grace, give him wisdom. Даруй ему благодать, мудрость. Bless Andrea and Alina. Благослови Андрея и Алину. И их служением. И мы молимся за брата Пола и мисс Сьюзен. За Блейк и Линдзи, Каролину. And the little baby that will soon be born. И тот ребенок, который должен родиться. We pray for safety and health there. Молимся за безопасность и здоровье. In Jesus' name we pray. Во имя Иисуса Христа молимся. Amen. Аминь. Аминь. А с миром Божьим до встречи воскресенья, где будет снова известный проповедник, знаменитый проповедник, которого мы все рады будем послушать.